Друзья, всем привет! С вами Одесский Липован. Привет, мои хорошие! Эх ты! Одесский Липован. Да, короче, выбрались сегодня на море. Имею шикарный, небольшой, короткий, но очень замечательный выходной. И таки думаю, чего вам море не показать. Впереди сезон. Да, сейчас в лето. Хотел сказать, в лето. Сейчас летом поедут туристы. А это вам маленькая разминочка, короче, такой себе аперитивчик перед сезоном. Погнали, быстренько, короткое, хорошее, такое доброе черноморское видео. Покажем вам 10-ю станцию Фонтана, там зайдем на пеший мост, короче, быстренько пробежимся с Липованчиком по набережной Черного моря нашей любимой, родной, единственной на всем белом свете Одессе маме. Что, папа, пошли, идем прогуляемся. Туда, идем туда. Липованка. Надула губы. Да. Давай руку. Прости, с мамой посмотрим, там клюет бычок или нет. Идешь? Клюет? Да, клюет потихонечку там. Пару бычков видели, одного даже дали лисейке отпустить. Да. Маленького, да, пусть растет. И будет большим кнутиком вот таким вот здоровым. А вообще, оператор, пора мне удочку брать с собой. Вот на такие прогулочки. И тоже нет-нет, два бычка поймать, слышишь? Да, а то все напривозит, да напривозит. Конечно, милый, возьми, возьми поймал удочку. О, поймал водоросли. А нет, бычка хорошего взял, смотри. Хорошенький красавчик. И ручку папе, пошли. Со мной. Ой, обходи воду. Вон и лисейка бежит, и мама идет. Так, аккуратно. Что, она песни поет? Угу. Про море? Ленечка, что ты поешь? Давай споем вместе, давай. О море, море, предано скалам, и ненадолго подарит прибой. Пой, морячка. Море, возьми меня в дальние дали. Все, спела, пошли. Ты Титаник? Да, так. Every night I need you, I need you, I love you, every night. Короче вам, это не Титаник, это гораздо лучше. Сегодня утром просыпаюсь, в окно смотрю, а у нас из окна нет, не до моря видно, короче. Смотрю, тишина, штиль хороший, солнце светит. Ну, пока Липован собирался со своей семьей, там быстренько всех собрали, по горшкам сводили, такие солнце спряталось, и немножечко вот такое себе даже волнение на море появилось. Но, как я говорю, море, особенно черное, хорошо в любое, как это, время года, в любую пару дня и ночи, правильно? И в любом своем настроении, вот такое волнительное, вот такое интересное, спокойное, с ветерком, с дождем, все равно оно самое настоящее, такое именно хорошее. Вот стоишь, и чувства тебя просто обуревают. Мама дорогая, это же надо такое, ой, счастье иметь безграничное. Обалдеть! Замечталось, наверное. Стихи в голову лезут. Ты что, уснула? А в чем у нее рот? В ракушках? В конфете. А, в конфете. Мама дорогая, мама привезла тебе конфету. Обалдеть. Ну пошли сходим еще на мост этот пеший, да, сходим? Люди там просили в комментариях, что в том году. Извините, я вот только добрался. Сейчас покажем вам. Где в Одессе пешком ходить можно? Пошли. Ну это часть трассы здоровья. Гулянка. А, ты еще не посидела. Она еще не намечталась. Давай, так. А я пока подышу этим морским бризом, шикарным йодом. Ох, полный рот. Морочит папе голову, да? Вся в маму. Ну так. Вся в маму, моя девочка, вся в маму. Рада, смотри, какие волны, передай всю эту красоту, елки-палки. Я какая, я не буду вальчить. Так это еще спокойно считается.
Бывает так накатывает, что мама дорогая, здесь места сухого нет. Погнали, погнали, пока наша принцесса... Эх ты, весна, май месяц, Одесса просыпается, море блестит, такие шикардос. Хороший ветерочек теплый, а уже яхты потихонечку начинают выгуливать. Скоро будет здесь их полным-полно. Так, идем гулять дальше. Бегают кузнечики. О, замок Гарри Поттера во всей красе. Вот такие Диснейленд в Одессе, да. Картина маслом. Ресторан Колумбус. Хорош, хорош. Не такой, как Архимус, конечно, но тоже ничего. Идем на 10-ю, сейчас прогуляемся, покажем мост пеший. Вот такую дорожку сделали от Аркадии до 10-й станции и дальше. Такая пешеходная и велодорожка. Там Аркадия, для тех, кто не знал, за морской симфонией. И вот там 10-я, идем, приближаемся к морю. Посмотрим, клюет сегодня бычок или не клюет. Ульянка, куда мы идем? Жвачка. А, у нее жвачка. Да, мы идем, оказывается, жвачку искать. Нет. Нет жвачки? Сейчас будет, сейчас найдем. О, рыбачка Соня. Сейчас глянем. Как клево в Одессе. Есть бычок. Все, не трожь, помощница, не трожь. Давай будем подождем, когда клюнет бычок. Давай, у бабушки здесь много удочек. Вон там сейчас в садок бычка раз и отправили свеженького. Я еще туда пойду и буду. Ты будешь рыбалить? Ага, это садок называется. А мы пойдем проверим, что там поймали. Елисеюшка. Стойте аккуратненько. Стой. Елечка, аккуратно. О, смотри, поймали рыбку маленького бычка. Есть. А вон, клюнула. Так, близко. Кошка? А, есть, только они у нас такую не едят. Пусть лучше растет. Выпускай. Опля! Что, завидно тебе, да? Ну, не завидую. Я по-белому. Зато мы видео снимаем, Сережка. Тоже хочу на рыбалку. Угу. Ой. О, тут клюет. О, хороший, красавчик. Есть уловчик. Снял? Да, 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 красота. Все, как он свежую креветочку-то любит. Раз и готово.
Оп, и в домик. Все, вот такой черноморский деликатес, свеженький, прямо с воды готов. Порядок. Что, оператор? Снимаю. Добрались наконец-то? Да. К этому пешему мосту. Мы оттуда, с этого пирса, шли, не знаю, минут 40, наверное. Да. Такие маленькие липованчики. Он, смотри, пока все перилки не повытирает, с каждой ракушкой не поговорит, но то такое. Добрались и хорошо. Ребята, вот такой вот сделали мост. Сколько ему уже? Год, наверное, да? Чуть больше, может? Угу, больше. В прошлом году на карантине мы гуляли, его достраивали. А его уже достраивали. Ну, короче, вот так вот. Относительно свежий мост. Да, это трассу здоровья соединили. Раньше из застроек здесь нельзя было пройти в Аркадию напрямик. Тут 10-ю станцию надо было уже обходить чигирями. А сейчас можно прямо вот отсюда ногами сходить в Аркадию и дальше аж до пляжа Дельфин. Короче, через всю Одессу почти. Ну, а туда на 16-ю можно попасть. Туда на 16-ю, да. Вот сейчас идут подготовительные работы, везде все шумит, забиваются гвозди, короче, подготавливается Одесса к сезону. Идемте, едем, прогуляемся. Домывай, давай, мы с тобой через неделю вернемся. Только ничего не пропусти, смотри, хорошо? Что пропусти? Ну, ни одну секцию не пропусти, чтобы все чистое было. Больше нет салфеток, извините, товарищи. Эй, девушка, можно с вами познакомиться? Можно. Меня Сереж зовут, тебя как? Тебя Липован зовут. Тю, елки-палки, ты что, меня знаешь? Да, смотрю тебя, на досуге. Погнали, да, я уже как это, в городе просто гулять не могу. Такие узнают люди от души, благодарю. Тихо, полетело. О, даже педали крутить не надо, вот до чего техника дошла. Что, оператор, пора и нам велосипеды доставать. Да. У нас есть, даже сиденья детские есть, аккуратно. Так и прокатимся, да? Только надо сюда приезжать с велосипедами в машине, а потом здесь кататься. На автобусе? Да. О, кстати. Давай, организуем скоро прогулку. Кстати, надо сделать так. Кстати, договорились. Беги за насосом, качай колеса. Что, голубь солнышко ждет? Да, бедненький. Да, весна в этом году что-то не разгоняется. Но обещала быть. Ну, еще 40 минут мы будем идти до конца моста. Не получается у нас с тобой хорошие короткие фильмы, да? А не знаю, как короткие, но хорошие такие получаются. Спасибо вашим комментариям, мы это понимаем. И продолжаем для вас чебучить. Это нечестно! Вы так ускорились, товарищи? Что? Так ускорились сразу же? Давай, не отставайте за нами. Такой мост, уже по нем хочется ходить и даже бегать. Правильно? Угу. Правильно, Эль? Оператор, ты не нас, покажи людям море, елки-палки. Все соскучились, целый год этого не видели. Ну ничего же, это маленькая такая разминочка перед сезоном. Скоро здесь яблоку негде упасть 100% будет. 100%, да. Так что покажи вот эти вот девственные полупустые места. Скоро это будет в диковинку. Десятая станция Фонтана. Раньше здесь была только вот эта лесенка вниз. И сразу же к морю. А теперь есть мост. Stella Residence, гостиница. С
панорамным видом, с панорамным спортивным залом. Оператор, что это? Я уже рассказала. Стелла Резиденс. Ты говорила, что мы здесь с вами работали? Нет. Чего? А ты... Да, мы здесь не работали, было время. Эх ты, хорошие времена. Веселые. А это Мари Стелла, тоже гостиница. Ну, как-то так. По этой дорожке можно прям до самой Аркадии дойти. Да, Сережка? Да, конечно, да. Или добежать, или доехать. Паркинг новый построили. Но еще не построили. Не, а там уже внизу машины стоят в два яруса. Мы проходили, пока тебя ждали. Как в Турции. Елисей куда голову засунул? Оператор, от тебя ни одна почка не спрячется. Смотри, как красиво. Ну, очень красиво, да. Запускается все. Пока маленькие липованчики заняты, друзьяки, хочу вам сказать, что так вот от всей души, коротко, но не очень долго с вами гулял по шикарной набережной Черного моря, Одесский Липован. Всем пока-пока! Чао!